Наш детский сад был открыт в 1982 году. И эта веранда была в аварийном состоянии, находилась. И сегодня мы благодарны, коллектив наш и родители нашего детского сада, особенно детишки, благодарны главе за то, что он изыскал возможности и средства для ремонта и восстановления этой веранды. Веранда не эксплуатировалась 3 года из-за аварийного состояния. И вот неделю назад была залита 200-миллиметровая бетонная плита, армированная двойным каркасом. Она выстоялась. Сегодня и ближайшие 3 дня будет идти кладка. В субботу завершат монтаж металлоконструкций. В понедельник начнут укладывать кровлю. Работы планируется завершить к 1 августа. Веранда будет идентична прежней, только по просьбе заведующей детским садом несколько изменят стенку, чтобы родители могли оставлять здесь коляски и другой детский транспорт. Нам выделены областные средства для закупки детского уличного оборудования. И это оборудование будет как раз стоять на территории участка, где строится новая веранда. И мы надеемся и уверены, что новый учебный год мы встретим на новой веранде с новым игровым оборудованием.